Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это РММ, квалификационные игры, игра под номером 7, сейчас, или 6, играется, 7, надо еще 3, значит, мне, нет, 4, да, и я решил не выебываться и просто пикать героев, на которых у меня лучше всего, типа, отыгрыш идет. Кстати, вот с этим вот уебаном, Джесквис, Ес, Каустиау, блядь, уебан, короче. Он пикнул в прошлой игре ПЛ и отсосал я ему как. Пацан наугад выбрал снайпера. Снайпер своп? Потому что я хотел взять снайпера. На самом деле. Ишма. Или мне играть на саппорте? Я могу ВРочку пикнуть. В последнее время меня что-то на ВРочку про этого проперло саппортить на ней. Ну или не саппортить, просто играть даже. А могу вингу. Ну для дума винга не очень хороша, а вот для снайпера третью, ну третий пассивку имею в виду. О, разор. Ну короче, вот этот вот на ПЛ отыграл как полное хуйло. Натиск. 5 seconds. Take Jakiro. Окей, я могу take Jakiro, только вспомню, где он находится. We need the best. This should be interesting. Ну, сникер. Обменяться героем. Какой у него уебищный снипер-то. Посмотрите на него. Вот так вот мы и закупаем снипера. Снипер идет в легкую. Надеюсь, что это легкая будет на самом деле действительно легкая. С Джакиро. Вот, ладно. И то, что я не отсосу, как в предыдущий раз, когда я играл на снайпере. Пудге и Фурион, сука, репортов бы кинуть пацанам, да нету. Ну ладно, посмотрим, может они как хуйсос играют. И вингу все-таки взяли. У меня прям чуйка была, что винга будет. Я не мид. Ну, Пунка мид. Чё это за лазерный прицел у него на ебле? А у меня такое есть? Нет. А у кого-нибудь еще такое есть? Нет, а чё у Кунки за, блядь, цель Хитмана, что ли, он? Не знаю, зачем я тут стою, я все равно блочить крипов не буду. У нас есть курьер, но нет вардов. Это неприятно. Это будет базилка. Хорошо, значит, я не буду собирать базилку. Кстати, неправильно у меня закуп. Надо было купить вот эту вот штуку. А сапоги можно уже в потайной лавке докупить. Sure, так, чисто теоретически, кто будет против меня? Блять, на самом деле неприятно. Очень хотел... Лол, разор не это. Yes. Разор на миде. Ну, это, в принципе, понятно. А тут кто? Омник и... Yes. Омник и... А, лесной Фурион! Ну, хорошо, тогда спокойно стоим. Shoot him up. No, no, no. Spotted. Let's have a go at it. Так, ну давайте сапог, а после сапога, после фейзов. Snipe hunt. Gunpowder justice. Ну ладно. Ничего страшного. Yes. Главное, что он понял, что он говна кусок. И что если он еще раз попробует так сделать, он гребет по щам. Как маленькая шлюшка. Так. Ну, фейзы. Это моя стандартная на снайпере.
Бля, был бы ульт. У него, правда, репел, наверное, будет. Куча я не вижу. Мне это не нравится. Лол. Да не надо, чувак, не подставляйся. Под крипов. Ну и мне бы еще не мешал добивать. Ну не того. А, успел. Так, пуча вижу. Пуч у нас каким цветом на миникарте? Коричневый, как какаха. Окей. Страшно на самом деле мне за этого Якиро. Слишком уж у него мало хп. Вот сука, как всегда. ЛОЛ! А, показалось, что какой-то уебан делает от воды. Сейчас смотрите, писечку не добью, конечно. Лол. Spot on. Блять. Вот это вот вначале фармить на снайпере бесит за счет вот этого рандома ссано. Не бойся, умник. Скоро настанет твое время. Сразу же после того, как я куплю фейзы. Так, а кто у нас взял дабл дэмэдж, я не понял. Лол, не отдал. Что-то... Sniping. Я немножко засмотрелся, короче. Миссинг не дал, блядь. О! Denied. Нихрена себе, тауэр с трех тычек не убил. Yes. Крипа. Такое не часто увидишь. Сейчас, короче, фейзы и потом мидас, наверное. Потому что не хочу фармить. Да что ж ты делаешь-то, тварь, блядь? Блядь, вот... Союзник-дебил хуже врага, нахуй. Куда ты под тауэр лезешь? Yes. У меня бы уже фейзы были. Пуча вижу. Какаха на миникарте. Сука, заебал, что это за дебил? Блять, Дум, который фармит отводы крипов. Хотя на самом деле он делает хорошую вещь. Отлично, блять, уебан, с которым я проебал ту игру из-за того, что он ебаный дегенерат. В этой игре делает ФБ. Это значит то, что, блять, просто конченый уебан стоит против него. И этот конченый уебан в моей команде. Лол, крипа по тебе. Труп. Line of sight. Missing middle. Так, мне нужен. Of course. Kill shot. Yeah. Вот хуй. Нахуй он их дамажит. Yes. Бля, союзник идиот в натуре. Пуджа не вижу. И мидера не вижу. Мидер второй раз нафидел. Отлично. Of course. Missing bottom. Блять, нахуй ты куча трогает. Ага.
Ну, сука, купи ты лучший вард. Что это за хуйня, блядь? Magic Wand. Блядь, ТД, парень. Бля, можно было бы его убивать, конечно, если маны нет, а мана есть. Все, фу, хп, пацан. Куджа не вижу. Это нервирует. Yes. Run and gun. Хуй ты творишь? О, помню. Куда пацан побежал второй? Ну, блядь, Джекира, иди на разведку. О, здорово, парень. Люблю, когда мне фигит. Люблю, когда мне фигит. Это так приятно. И вот заметьте, насколько у них уебищный Фурион, опять же. Он не пришел помогать своим. Лучше на хосте. Пуль он такой быстрый. Into the breach. Блять, лучше крипов бил. Там Мидас чуть-чуть не хватает. Цеп. Going ballistic. Your top tower is being attacked. Лучше уж рецепт на Мидас. On target. Так, рецепт на Мидас есть. Let's have a go at it. Фурион. Парни чемпион. Здорово, Фурион. Как дела? Давай, кончись, кончись, репел. Хорош. О, лол. Пацан, еще подраться? Нет. Лол, или да? Или да ладно, пусть. Your middle tower is under attack. Oh, just a bad news for you fans of towers out there. Check it out. What the? Да, повезло, парни. Надо было отменить. Команд не получилось. Он как же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нахуй, 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 нахуй. Так, нахуй. Нахуй, иди. Чмо, блядь. Кун как же. Кунка. Кунка 1-2-1. Ну, не так уж и плохо. Путь 6. Блять, у меня 600 хп, это на самом деле не самое приятное. У нас уже тауэр в смысле один. В принципе. Блять, большого нет. My spotter guides me. Фурион, Фурион, по фарму чемпион. Yes? Пришел на фидел, умер. Хороший Фурион. Так, куч на миду. Окей, значит, тут, в принципе, относительно безопасно. Похилил вышечку. Spotted. Но, не вижу эту пидорасу, блядь. Your middle tower is under siege. Не вижу Пуджа. Никого, блядь, не вижу. Your middle tower. Чё ж у него маны-то так много? Какой он левел, кстати? Сука, вот саппорт. Даже сентри не может поставить. Attack! As you say. Ну чё ты?
This'll hurt. Not yet. Easy shot. I'm under attack. Лол. Лол! Да, пидоры, когда же вы, сука, ебаные рандомы, научитесь, блять, контрить руны? Пидорасы! Хули ты стоишь, пидор? Блять, нет репорта. Пидорас, блять. Ну, вроде все не так уж и плохо. У нас ЦК. Запасной план тоже вместо меня. Если вдруг по каким-то причинам с АФКшным пидорасом я, блядь, не нафармлю себе дохуя всего. Но я для этого, в общем-то, мидас и купил, потому что я знаю, то, что фармить против пуджа это не самая пиздатая идея. Потому что пудж, сука, такая. Ну как? Ну вы понимаете, пуш, сука, такая. Вот он ушел с линии. Где он теперь? Лес-то не заварженный, блядь. Ночь, нихуя не видно. Пуш контролит руны. Блядь. Вот и чё, идти с пункой куда-то? Чё он подобрал? Реген, значит, у Пуджа инвиза, скорее всего, нет. О! Пацан пофармит, пишет. You die. I'm not ready. Trick shot. I hope you're proud of yourself. Steady up. In my wake. Center of mass. Люблю дезолятор на самом. Многие собирают снайпером всякие эти. Лотары и тому подобное, а я вот люблю дезолятор. Теперь главное, чтобы без палева, блядь, меня не выпустили куда-нибудь. Ага, меня не видно. Ну ладно, отлично. Блядь, тележка, конечно, жалко, что приходится отходить при пайке с тележкой, но я, блядь, куджа не вижу, нахуй. Что ебал я в рот такие эти. Sure is shooting. Gold for lead. Into опять the же, breach. Омника вижу, Пуджани. Ага. Run and gun. Ладно, продолжим фармить. О, парень. Gunpowder justice. I'm not ready. В самом деле, если бы он прокаст в него дал, первую, вторую, мы бы убили его 100%, блядь. Пунка бы смог кинуть торрент, я уверен. Под ноги. Разок. Of course. Так, yes? Пуджа по-прежнему не видно. Он АФК, сука, что ли? Да, блядь, куда ж ты идешь-то, сука, в тень? Yeah. Да, Джакира, они там, ты прав, блядь. О, пуч появился. А дум на него кинуть? Ебать, он быстрый, блядь. Я бы за пуджа уже сожрал и хуканул его, хотя я за пуджа полное говно. Все, день, я готов, блядь, сражаться. Спать он жирный, пидарас. Отлично. Больно. Больно было. Your middle tower is being attacked. Че, пошли, я найду по фарме. Yes. Блять, сейчас чихну. Ёб твою мать. Так. Yes.
Продолжаем. Ура, неси мне ключ. Your bottom tower is under attack. It's probably nothing to worry about. Ballistic. Not yet. Угу. Что у нас там, Винга? С Вингой я еще не встречался. Виз. А у тебя есть? А, ну да, конечно, у тебя же какой-то жалкий лотар. Зачем, блядь, отдавать инвиз мне, например? Into the breach. Not yet. Yes. Oh, a few bullets more. Take this. It's not time. Так, ну Дизоль готов. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under siege. I'm under attack. Radiant has fortified its structures. Your bottom tower is being attacked. Лол, Дум, ёбнутый на всю голову. Uh-huh. It's not time yet. I'm not ready. Your bottom tower. Я бы штавер хотел забрать. Для этого не помешал бы Джакира, который вроде был тут. Yes. Let's have a go at it. Я не вижу. Your middle tower is under attack. Of course. So there's that. Yes. Your middle tower is under siege. Spotted. Your bottom tower has been denied. Тыкают мне еще, блядь, на тауэр, типа. За динай, как будто, блядь, я не знаю. Я, блядь, масть по динаю, что урон. Лол, а чё у меня так много урона было? А, аура волка, вот это пизда-то на самом деле. Вот еще бы Винга была в нашей команде. Вместо того же Джакира. Парень хочет за динай. It's not time. Your middle tower is under siege. Не спамни! Сука, хорошо, что он не свапнул. Тупая Винга, блядь. Свапнула бы под тавер. Скинула стан, там хилка, все дела. Я бы нафидонил. Ну, благо, это папчик. Ага, дезолейта. Your top tower is being attacked. Not yet. Your top tower has fallen. Line of sight. Grief counselors are available at the conclusion of the match. Run and guns! To the deeps with you. Куда он улетел? Quick draw! Ребят, а Кираса скоро у нас в команде появится? Так-то под дезолятором было бы вообще неплохо. Нет? Ну ладно. Жаль. Да, потовой рам они ведут, но это денежный запас. Правда, у них худший, сука, опять... Это ночь вонючая. Сука, с какой стороны нападет пуш? The enemy's middle tower has fallen. Don't let it go to your giant misshapen fantasy head. Not yet. Run and gun. Хочу какую-нибудь милочку, что ли? Your bottom tower is under the enemy's middle tower has been destroyed. О, друг. I'm not ready. Ладно, уходим отсюда. Нахуй. Your bottom tower is under attack. Ну, не все так считают, конечно.
Кто там? Не путь же? Нет. Ну идите нахуй, пускай вас фура снесет, блядь. Лол, у меня же есть ТПшка, я ж принес тебе. Your bottom tower is under attack. This should be interesting. Who uproots me? Yes? Лол. Ага. Я не кушаю крипов. Киллшот! Большая ошибка. Чё ты там про фуру говорил? Чё про фуру говорил? Фура yes. Питерский кусок говна, вот что я про него говорю. Но благо, в отличие от Легион Командера, на фуре тоже надо уметь играть. Потому что если не умеешь играть на фуре, то ты кусок говна ебаного. А если ты Легион Командер, то ты кусок говна ебаного на имбалансном герое, которого в пабе не умеют контрить, который, блядь, просто, сука, тварь, паскуда, ненавижу, блядь. Легион, блядь, Командер. Yes. Так, у нас на миди какой-то пизда, я смотрю, да, наступил. This'll hurt. Так, и что у нас там? Uh-huh. Вот где путч? Полай в рот играть без вижена против Куджа, сука. Ну хоть ночь сейчас кончится, будет поприятней. Блять, отвечаю, такая залупа. Даже не пофармишь путем. Да, пидор, я именно для тебя, блять, их бил. Все. Шли убивать. Тут же я видел, это главное. Только кинь ему дум. И было такое. The enemy's top tower has been destroyed. My spotter guides me. Spotted. Steady up. Че, в лес пошли? Окей, иди первый. Ты жирненький у нас, 1600 хп. Венга, Фурион. Так, ну этот парень умирает. Ага. Так, ну если баться отсюда, вот за иллюзией встану. Безопасность. Ой, Фурион, Фурион, парни, чемпион. Так, ТПшечка есть. О, парень, привет. Случайно выпал. Дайте мне крипочку. The enemy's top tower has fallen. This should improve. Your bottom tower is under siege. Mega kill. What a dum-dum! The enemy's top barracks has fallen. The enemy's top barracks has been destroyed. Your bottom tower has been destroyed. Sure is Фурион, Фурион, по фарму чемпион. Пошел отсюда нахуй. Почему я дам? Что ты забыл тут? Boy, fresh meat! Yeah. Сейчас он меня с одной печки убьет. Of course. Ну я типа байтил. Байтил. Yes. У него 1000 хп. Uh-huh. Хули хотеть. Для этого я манту и покупаю. О, oh, манта. О, манта. Да. О, oh, лол, денег нет. На ТПшечку. Манта. Yes. Конечно, на ХП что-нибудь не помешало бы. Ну, то есть, манта на ХП, но 1200 на 16 левеле, по-моему, тоже не особо большая.
не особо большой профит, так сказать. О, они Рошана убили. Ты чё такой ебанутый, слышь? Джакиро, ебан, блядь. Просто конченая мразь. Блядь, придурок. Чё? Делаем рэмпейдж. Здорово, чувак, как дела? Вот пидоры, я ему, блядь, 90% хп снял, а не последним ударом убил. В итоге нихуя киллов он не наделал в этом замесе, блядь. Такие вообще мразоты. Нет, отдам. Я домой. The enemy's middle barracks has been destroyed. Spotted. It's not time yet. Лол, визиона есть. Пацана. В их лесу. Ага. My spotter directs. Так, ну давай, курица, неси мне всякие плюхи. Да ёб твою мать. Кто хейст подобрал? Якиро. Это у него такой мерзкий голос. Атак! Пойду на низ Фуриону. Штопанному Гондону. Помогу парню. I'm not ready. А? This'll hurt. А достыд Делахо? Your bottom tower is under siege. Sure is shooting. Нахуй, я же отменил. It's not time. Ну да ладно. На самом деле, не знаю, почему я не бабочку начал собирать. Spotted. It's not time yet. Типа криты все дела. Of course. I'm not ready. Лол, Нидас. Мой маленький Нидас. Нидас, Нидас. On target. Ну, правильно, нахуй мне левел. Not yet. Мы и так неплохо приползем. Так, вот там пуш явно хукать будет. Yes. Надо быть осторожным. Line of sight. Not yet. That's gonna sting. Конечно, по крипам два или три крипа крита подряд сейчас выпал. Ага, куру наш ёбнули. Бывает. Ага, пуча вижу, в порядке. The enemy's bottom barracks has been. The enemy's bottom barracks has fallen. You have spawned mega creeps. By accident, if I had to guess. It's not time yet. As you say. Ура, да ёб твою мать, сука. I'm not ready. Not yet. Easy shot. Сука, знал же, что она туда идет. Full bore. Double kill. Дабл-дабл, лол? О, лол, нашу команду чё-то немножко разнесли. Yes. Я уже жду этот вопрос. Снайпер, где ты был? Так.
Чем 600 долга не хватает, да? It's not time yet. It's not time. Yes. Doom. My spotter guides me. I'm not ready. Uh-huh. It's not time yet. Mm-hmm. 150 голды. 150. Eat lead. А, у нас курат мёртвый. Блять. И чё? Как мне теперь быть? Ага. Хрипы дикие. Ну, у них хер было три стороны проебывал. Of course. I'm not ready. Spot on. Да и Балус, конечно, не мой любимый арт на снайпере. Лучше бы бабочку собрал. Грыз. Мега хуль. Грыз. Иногда я не понимаю людей. Spotted. Вот. А теперь Кура принесет мне ТП-шку. Uh-huh. Not yet. Опять они под фонтан пошли умирать. Ну или не умирать, но похуй. Только как школьник. The enemy's middle tower has fallen. Not yet. I'm not ready. Ладно, пойду. Закончу игру. 9-1-10. А говорят, что снайпер не для РММ, а герой. Не могу согласиться с этим. Я правда не понял, почему со свапа... А, ну да, я-то пикнул. Я-то не зарандомил, все правильно. 588 кпм. О, у Фуриона 487. Потому что Фурион, Фурион, по фарму чемпион. 569, 459. Ну, Фурион у них вон, 18 левел, такая сборочка, как у меня. Причем в натуре, как у меня почти, только у меня Мидас. И Манта сверху. Ну что ж, мне еще игр. Это не мой профиль. Три штуки осталось. Тогда мне скажут мой клевый рейтинг. А пока, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и смотрите продолжение. С вами был Сет. До свидания.